Всем привет, друзья! Привет, Гуся! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие! Динечка! Сегодня у нас очередное развивающее видео. И наша цель – это развитие ориентирования в пространстве. Сегодня мы специально для вас собрали листочки. Вот у нас много-много листочков. И нарисовали такие же листочки на бумаге. Задача Дениски – включить логику и попробовать разложить правильно листочки по нарисованным контурам. Вот по этим вот. Дэн, смотри, какие у нас формы. Я тебе буду чуть-чуть помогать. У нас есть такой листик. Их два, да? Вот таких листиков тоже два. Таких два. И вот таких два. Давай разложим правильно, где должны лежать. Смотри, я тебе помогу, я начну первый. Вот этот листик кладем сюда. Смотри внимательно. Какие еще листочки куда надо положить, Дэн? У нас, видишь, с тобой контуры есть. Вот этот куда надо положить? Отлично. А у него есть братик, посмотри внимательно. Есть такой же листочек? Как нет? А вот это что? Клади его сверху. Отлично. А вот этот куда надо положить? Смотри внимательно. Супер! Нашли формочку. У него есть братик? Отлично, клади его туда же. Вот сюда клади. Клади. Давай. Ага. Как не надо? Вот они два одинаково. Динечка, а вот этот где должен лежать? Там. Покажи пальчиком. Там. Нет, это вот для других у нас осталось. Вот этот где? Такой же, подобный, посмотри внимательно. Вот там. Ну, клади его. Клади. Давай, клади. Отлично. И вот осталось у нас пара листочков. Где они должны лежать? Здесь. Вот здесь, наверное, да? Супер. Динечка, ну пока с подсказкой папы ты смог разложить... Мы смогли немножко поориентироваться, да? Мы не зря собирали листочки во время прогулки, чтобы потом правильно их разложить. Друзья, мы все разложили. Вот. Потренировали ориентирование в пространстве и логику. И немножко закрепили, какой формы бывают листочки, правильно? Смотри, какие у нас интересные различные формы. Друзья, на с вами был канал Baby Go. Мы снимали очередной ролик для вас развивающий. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. Да, как пальцы вверх? Да, оставляйте полезные комментарии. Ну, а мы с вами надолго прощаемся. До новых встреч, друзья. Пока-пока. И, конечно. Давай попрощаемся. И еще скоро вернемся, да?